Некоторые армяне с большим энтузиазмом отмечают День Святого Валентина, которого не имеет ничего общего с армянской апостольской церковью. Конечно же, в этом нет ничего плохого. У армянского народа есть достаточно своих святых праздников, и не стоит гнаться за чужими праздниками и адаптировать их по свои реалии. Я призываю своих влюбленных подписчиков посетить 4 февраля церковь и получить благословение от священника. Помнится, кто-то меня спрашивал про арибалит. Если вообще надежды нет, то кушайте. Арибалит – это делают такую соленую кругляшки из теста. Скажем, есть поверье. Если покушать, и кто-то ночью принесет воды, значит, он твой суженый. Я поэтому говорю, если вообще надежд больше нет, можете кушать.